Здравствуйте, братья и сестры. Вы смотрите передачу. И мой собеседник сегодня – муфтий Фарид Салман. Здравствуйте. Ассаламу алейкум ва рахматуллах ва баракатух. Так приветствует братьев. Мы с вами, ваше высокопреосвященство, братья. Приветствую вас как брата. Да, ваше высокопреосвященство, на самом деле салафизм явление одно. И в корне этого лжеучения лежит теория о человеконенавистничестве. Мусульманский мир и Россия всегда связывали добрые отношения. Россия был, есть и останется другом, братом исламского мира. Любовь к родине есть часть твоей веры. И любовь к России. И мы обязаны ее...